Делия и сорока. Любит она этих сорок гонять. А сороки хитрые, они их собак зазывают в чаще туда вдаль. И все, и улетают. Дали вот более активно реагирует на сорок, чем на белок. Он даже лает. Чё, Дель? Ну, хоть и сороки, голубоки. Вот она полетела, специально дразнится, туда-сюда летает. Вот. Не следишь за этой сорокой. Дели, лови, лови, вон она сидит. Вот она уселась и сидит тут. Тоже играет с Делей. Как-то раз Дели убежала куда-то вон в ту чащу. Я ее зову. Слышу лай. До этого как-то я не слышала, чтобы она так лаяла. Думаю, кто там лает? Такой с хрипотцой. Лай серьезный. Смотрю, там сороки кружатся. Это оказалось Деля у нас. Вот на этих сорок почему-то сорок, ворон, она их прям вот любит гонять и лает на них всегда. Ну что, Дель, высоко сидит, да? Он полетела туда-сюда, с дерева на дерево летает. Ты их не догонишь и не достанешь. Угу. Вот у нас какой кавалер Чарли. Делька такая. Ты же не приставай, ты чего удумал? Чарли, бегайте. Вы же так хорошо бегали. Передышка. Ага, передышка у меня. Чем ближе к тропинкам, где люди ходят, тем грязнее лес. Мусор валяется. Зимой будет чисто. Ну да, зимой хорошо.
Зимой кайфуют сюда? Ну, конечно. Собачки, да? Конечно. Ну, а как же? Много. Много. Там целый альбом уже. Бегай, бегай, бегай. Убегай, убегай, Дель, убегай.